отлично долетели мы до, до Таиланда. Значит, время московское у нас сколько лет? 4:30. 25 минут 5 очень московское время. Очень долго мы стояли на таможне. Ну, сейчас вот собирается группа туристов, и мы планируем отлично отдохнуть. У нас есть 4 часа разница. У нас есть 10 дней. Сейчас вот здесь собирается, встречает меня компания Coral. Сейчас всех соберут, дали всем такие бейджики. Хочешь, у нас 22-й автобус. Сейчас мы все, начинаем путешествие. Приглашаем вас путешествовать вместе. Мы вышли, значит, с аэропорта, и, значит, каждому повесили бейджики. 22-й мы пошли. 22-м автобусе. Сейчас у нас все отметят по фамилии. И у каждого встречающая компания. Сейчас будут всех развозить. Доехали мы до нашего отеля. Сейчас у нас будет проходить заселение. Сейчас мы заселимся и посмотрим. Отель у нас такой похож на большой-большой корабль. Здесь соседки не очень хорошо видно. Вот я его потом сниму со стороны. Наконец-то мы доехали до отеля, отдали наши документы на ресепшн. Поставили в уголок свои вещи. Как, Юра, как погода тебе в Паттайе? Вообще, погода, мне кажется, замечательно, но только дождь. Да, мы приехали, город нас встретил дождем. Но мы его не застали, ну, только сырой асфальт. И вот, ну, мало количества людей. Все, ну, наверное, спрятались из-за дождя. Посмотрим. Сейчас получим ключи и пойдем в наш посмотрим. Номер. Посмотрим и покажем вам наш будущий номер. Давайте. Вот такой у нас номер. О, телевизор включился. Такой у нас спасательный круг тут висит. Яблочки. Это мы свои сейчас вещи кинули. Такая у нас большая кровать. Так, можно я посмотреть сюда, покажу людям, как выглядит ванная комната? Пожалуйста. Так, ванная комната, туалет. Ванная. Так. Это, видите, какой у нас шкаф с такими вот, прям на корабле мы. Есть у нас здесь сейф, в номере два халатика и тапочки, все как положено. Здесь висит план. Ну, я считаю, как бы, можно чай, кофе попить, холодильник, водичка. Как ты думаешь, водичка за деньги или бесплатно? Не знаю. Ну, в общем-то, как сказать, ну, для четверки вполне сойдет, да? Да. Ну все, начинаем отдыхать и будем путешествовать дальше. Небольшой. У нас есть также небольшой балкончик. Вот тут внизу я уже вижу массажный салон. И вон там вдалеке виднеется, ну, не совсем вдалеке, что-то 2 минуты ходьбы, море. Представляете, после Москвы, после холодной Москвы, смотрите, как люди тут одеты. Все ходят в маечках. Очень просто. Нравится вам ходить на Паттайе? Идешь мимо кухни. Пожалуйста, манго. Куда они бегут? Куда? Все свежие, присвежие. Всякие специи. Всякие сувенирные магазинчики. Просто походить. Посмотреть.